Для курортов важно иметь подготовленные высококвалифицированные кадры в сфере услуг и гостиничного дела. Именно этим и занимаются в анапском филиале Сочинского государственного университета. Туризм, гостиничное дело, сервис, государственное и муниципальное управление, экономика и менеджмент – специальности, которые предлагают своим абитуриентам преподаватели вуза. Привлекательным, пожалуй, является и то, что у студентов появляется возможность проходить практику за рубежом. Со знанием языка не проблема. В университете преподают сразу несколько иностранных языков. Востребованность профессии в области туризма и гостиничного дела сейчас очень высока. И ребята, выбирая Сочинский университет, знают, что в будущем их знания обязательно пригодятся именно на курорте. На мой взгляд, Сочинский университет является самым лучшим в городе Анапа. У меня родители открыли свою гостиницу, и я сама захотела в дальнейшем как-то участвовать в жизни родителей, помогать им с гостиницей, и поэтому пошла в Сочинский. Мощная библиотечная и электронная база, а также опытный преподавательский состав, имеющий за плечами зарубежную стажировку. Все это позволяет университету выпускать подготовленных и пользующихся спросом на рынке труда специалистов. Город Анапа, улица Чехова, 69, телефон 4-34-13 и 4-27-86.